Всем привет! Это магазин «Планета Лето», город Краснодар. Вот. Уже я выходила, но вот увидела такую красоту. Magic Art на дуге, композиции с суккулентами. Очень красивые, очень крупные цветочки. Но они вот стоят отдельно от орхидей. Я вам сейчас покажу, почему, наверное. Вот два, и там вот наверху третий. Вот, смотрите цену. Ну, практически 3500. Ну, мэджики шикарные, но не настолько же. Вот тут композиции в аквариум с суккулентами. Ну, не только суккуленты. Вот я смотрю, цикас, бегония. Пестролистная. Вот девушка-флорист создает такие композиции. Решила показать им. Ну а дальше будет в зале орхидейки. Это мы уже переместились в другой магазин. Планета Лето. И вот тут такие водные растения. Ну, пистию я вам показывала маленькая. Смотрите, оказывается, какая она может вырасти. Так, с моей ладони. Сравнить. Огромные красотулки. Ну, я не знаю, как их покупать. Вот водный гиацинт. Очень бы я хотела приобрести. Тоже не получается у меня сохранять. И в аквариуме, и в песке, как только я не сохраняла. До декабря, февраля держится. Вот последний раз у меня до февраля. Ну, вот он вот так цветет очень красиво. У меня где-то одно из первых видео с ним. Ну, пока не видела в продаже. Вот не знаю, тут продают, нет. Талия. Огромная. Вот такие растения. Стоят прям в воде, в горшках. Ой, я сегодня купила себе. Тоже, наверное, поставлю вот так в воду. Ну, прочитаю про нем. Такой тростник полосатый. В общем, я покажу. Название очень мудреное. Я не запомнила. Ну, тут и ряска. Очень красиво. Ну, я люблю водные растения. Нимфея пестролистная. Пока не цветет, жалко. Тут тоже бутоны пока что. Ну вот, смотрите, вот так и дома можно. Я, в принципе, так и сделала. У меня такая строительная. Теперь не строительная, а теперь такая хозяйственная, узкая, длинная бадья. Тоже они у меня там зимуют прекрасно. Не успеваю рассаживать, потому что за зиму они там начинают расти. Я уж не знаю, в феврале, что ли, их рассаживать. Вот одна цветет. Такая не очень броская. Вот такая цена. Еще раз покажу. Мы пойдем в зал, посмотрим, что там еще. Всегда хотела узнать, как вот зовут вот это чудико. Ягодки маленькие. Фокусируйся. Нертера. Ну, они такие хорошенькие, я вам скажу. Так, ну я купила уже мальчику. Молодому человеку, что помогал делать мою машину. Мухоловку. Ну, тут пожирнее. Ну, я вот три магазина объездила. И вот там нашла более-менее. Здесь хорошие, конечно, лучше. Это «Планета Лето». Вот зашли в зал для орхидей. Сингала стоит. Ну и как бы и недорого для него. Прям дорого-дорого продают. Но он такой уже не свеженький. У меня долго не было, поэтому. Чармер. А возможно кос. Они очень похожи. Мне кажется, это кос.
посмотрим. Цена есть. А, здесь бумажный стаканчик. Названия нет. Вот. Целая грусть, наверное, дорогая. Мандала. То как называют. Я уже боюсь произносить, если честно. Это декором, у него вообще свое название. И оно, возможно, скрыто под бумажным стаканчиком. Но очень красивая грусть. И сколько же она стоит. Сейчас еще раз повернем. Цены на нее нет тут. И там растущий корешочек. Ну, какая-то бесценная. А, вот она. Вот это я не увидела. Вот она. Ну вот, микс 2. Фаленопсис хурикани. Не знаю. Не буду даже заморачиваться. Вот она, еще одна есть такая. Красавица. Еще чармер. То есть кос. Ну, зикапиталума. Везде много зикапиталумов. Ну, вот тут немножко другой. Так, тут они по 700 рублей. Ну, их много. Такая брассия, наверное. Да, брассия. Ну, красивая, крупная. Вот такая. С белым язычком. Алая с белым язычком. Там, блин, очень красивая. Тоже крупные цветочки. Здравствуйте. Ну, хотела сказать, цвет шуба. Нет, это не другая. Это камбрия. Такая красавица. И вот очень крупные звезды. Такая веселенькая. Даже не ароматит немножко. Звук какой-то, звук, запах слышно. Мельтониопсисы только распускаются, белые. Ну, пойдем смотреть. Не знаю, я вот надо позвонить девочке, брать ей такую, не брать. Давно ни с кем не разговаривала на эту тему. Их много, их и в обе много здесь, поэтому я не буду торопиться. И брать, чтобы потом не пристраивать их. Тем более лишних денег у меня нет. Вот красотки стоят. Равелла. Обошли стол. Красивый, крупный. Фронтера. Красивая. Ну, это не панда, конечно, но красивая. Лимонная униформа. Вот очень крупный. Я вот такой покупала. Было мне написано Charmer Stripe. Огромные цветы. Фронтера. Ну вот, стол какой большой. Первый стол Афоня. Смотрим, что тут есть. Ну, я сюда заехала с мыслью. Такая мне нужна. Желтая с красным язычком. Рябенькая. Они здесь были.
Нет, я пока не вижу. Нет, это не она. Но тоже красивая. Ой, какая красивая. Ну, Чэнгду, наверное. Сегодня на цветочном рынке были похожи, но вот без крапушек. Розовый с оранжевым язычком. Но они там сортовые и стоят очень дорого. Ну как очень дорого? Для этого магазина, ну, в два раза дороже. Для них и недорого. Бывали у них и дороже. А вот летнее цветение фронтеры. Я первый раз, когда она зацвела у меня летом, испугалась, что мне не по сорту. Покупала-то я ее такую насыщенную, вот такую. Они зацвели все бледненькие, с малым количеством крапушков. Конечно, расстроилась, а потом на следующую осень она зацвела, как обычно. И так она и делает. Весной цветет побледнее, зимой поярче. Так, ну тут у нас простые, все простые. Белые, фиолетовые, красные. Стол обошли, вот рыжик на дуге, очень красивый. Ой, а вот это сама нежность. Чем бы зимой такой, она такой. Сколько же она стоит? Угу, 600 рублей. Кто-то ее поел, походу. Бурбочку. Ой, какая ажурная, очень нежная. Большое количество мин. Вот. Конечно, когда они уже не так нужны. Пусть будем закупать. Это похоже ароматная должна быть. Да, она пахнет. Слабенько так, но это же магазин. И на них всегда ведусь, покупаю. Но меня купили вот такие. Я покупала недавно на рынке. Вот такие эти флорки. Ну, приятные. Маленькие. Фиалочки. Вот такая цветунья. Цветет у меня год уже. Ну, старая общиповая. Стоит на окне. Первый ряд у стекла. Поэтому цветет себе и цветет. Какая красота необычная. Филандра. Ну, мы продвигаемся к орхидее, попутно показывая, что интересно. Вот венозик сиреневый, крупные цветочки, крупные, прям крупные. Фронтеры. Смотрите, я еще защипчики, и была бы бабочка. Один такой цветочек. Кудрявый. Ну вот, более похоже на панду. Правда, обесвечивает меня вспышка. Вот еще один Чэнгду. У них такие красивые кустики всегда. Очень такой пышненький. Беглетчик стоит скромно, старенький.
Так, здесь некрасивое видео, потому что я пытаюсь найти его цену. А еще одной руки выключить камеру нет. Вот, 1300. Красотулечка. Вот такой рыжик. Это Мария Тереза, по-моему, двухцветная. Пятнашка. Ну, в принципе, все яркие, все красивые. Цветов много. Ванета Лето, еще раз повторюсь, Краснодар, Тургеневское шоссе. Вот мелкие бедрики стоят неудобно. Цветут пышно. 1499 рублей. Как-то я через полочку сняла. Всем спасибо за просмотр. С вами была Ирина, канал Цветики. До свидания. Пока-пока.